Всякое бывает. Доверяй, но проверяй. У меня на райончике, на районе, мальчишка есть. Ну, мужчинка уже, можно сказать. Какая разница? Парень, короче. Вот. Как божий человек. Можно сказать и так. Ну, если не проверять. Ну, я проверил. У него два ангела с ним. Этот на контакте еще один какой-то там кренделек. Извне с ним общаются. Я задал элементарные вопросы, три вопроса. Про дождь, про человека, когда встречу, и про погоду. То есть отстранённо. Вот, все три вопроса он дал ответы. Ну, он спросил его, с кем в контакте, ему дали ответы. Он мне сообщил их. Ну, прошло время, и нифига ни один ответ его не совпал. То есть, почему у этой толстой тети никто не спросил что-то явное, что может произойти или не произойти, или быть, или не быть, а все это эфемерное, что-то необъятное она там рассказывает. Как Ноя нашел, Моисея нашли, создатель со своими помощниками. Это неправда. Такая она вещает, как будто бесами ведомая. Я не знаю, кто ее там прокачивает информацию, но не может быть просветленный человек остаться в теле, блин, падшего на слабости человека, полуживотное, получеловек. Ну, не может быть. Ну, не может быть. Хоть вы треснете, хоть вы лопнете. Почему это вещают курицу свиноподобную, я не понимаю. Но не верю я тому, что говорят. Человек вошел в контакт, достиг просветления мудростями, советами, там, я не знаю, делится. Но на самом деле, если человек достиг просветления, стал более, как я не знаю, просветленным. Ну не может, блядь, нормальный человек остался жирным, как свинья, блядь. Вышел из человеческого тела за рамки, но при этом быть контактным. Я не верю. Ну как так может быть? Достиг просветления, но остался свиньей, блядь. Так не бывает.